Леся Повалій мені дуже подобається. Талановита, гарна співачка. Ну і Микола Басков. Ну, Олександр Пономарьов, чи як його, я точно не можу сказати. Оце таке. Софія Ротару, звичайно, це безперечно. Найталановитіші Тіна Кароль, наприклад. От минулих там Лев Лещенко, потім ще Ані Лорак, Козловський також може бути. А хто там ще може? Надіжда Кадишева. Якщо дивитися по наших артистах, то напевно Ані Лорак також, тому що вона була на Євробаченні. А якщо за кордонних дивитися, так з наших, так? Ну, можливо, Діма Білан також. Ну, що я вам можу сказати? Поки без коментарів. Ніхто не подобається? Ні. Коля Басков. Не іначе. Вот. Коля Басков. Ну, звісно, этот Кобзон, конечно, в России. Даже я как-то в этой эстраде последнее время вообще не смотрю. Не хватает ни времени, ни возможности. Даже не знаю. Коля Басков тоже нравится. Но он изменник. Он с Украины удрал в Россию. И Алла Пугачёва, и София Ротару, и вообще Назарий Яремчук, старый. Ані Лорак мне нравится, конечно. Непогана співачка. Ну, а так... Я даже не знаю, кого из них там можно выделить. Для меня София Ротару как была кумиром, так она и осталась. Ну, к ней могу Таисию Повалий приписать. И Георгий Лепс. Это вообще для меня. А так, молодежь вроде бы неплохая. Вот с этого, с группы фристайл Нина Кирсо, тоже неплохой. А студио? Только я забыла. Ну, София Ротару я люблю. Я взагалі слухаю українську музику, ну, не самими талановитими, але я слухаю мандри, слухаю ВВ, слухаю, ну, з російської естрадної культури слухаю любе. Тобто, ну, в принципі, якби кожен слухає те, що йому до душі. А найталановитішим, ну, є таланти, і в Ані Лорак є таланти, і в Пономарьова є талант. Тобто, тут не можна сказати, що хтось там виділяється найталановитіший. Я не знаю, кого називати. Ну, зі старої формації. То Кобзон с старой формацией. Вот. А сейчас, откровенно говоря, в принципе, самое, ну, Пугачёва, само собой, старая, самое, я за это даже не говорю. А сейчас, если из украинской, то, откровенно говоря, никого я не нахожу. Мне трудно ответить на этот вопрос, потому что я эстрадную музыку вообще не люблю. Даже не знаю, наверное, Кобзон, он такой... Ну, самый старый такой из этих, ну, из всех советских, ну, певцов, артистов. А современных? Современных, ну, не знаю. Если, ну, смотря кто какую музыку слушает, тут, как по мне, там, я даже не знаю. Кого на постсоветской эстраде и современных исполнителей вы можете назвать самым талантливым? Киркорова. Ани Лорак. А почему? Ну, не знаю, нравится талантливая девочка, незаносчивая. Пугачёву, Серова, Александра Серова, мои любимые. Кобзончик вообще любимчик. Во всех отношениях, как человек, как это с ним приходилось встречаться, когда ему было 21 год. Братский на концерте. Первый концерт Братский давал. Пахмутовые песни все исполнял. Серию песен. А на современной эстраде? На современной эстраде, ну, Повалий я люблю. Очень даже. Басков, це підходит? Ну, Алли Пугачёвой уже нема, считайте. Ой, подождите. Киркоров. Це и все? А и Тина Кароль? Я затрудняюсь ответить. Мне все нравятся.